Армянская охота в лесу. И тут главный герой замечает, что кто-то уже подходит. Длиннорогий скот. Это же олень! Это олень! Купидон! Купидон! Вы видите его? Где же олень? Он достает свои стрелы. Он замечает оленя. Он бежит за ним. Олень убегает. Но Купидон не останавливается. Он бежит. Он бежит. Он убегает. Стрел. Стрела. Он не попадает. Но тут неожиданно олень споткнулся. Охотник натягивает тетиву. Он попадает. Купидон думает, стрелять ли в него. И он решается. И тут неожиданно олень ловит стрелу Купидона. О май год! Он бежит! Но он же не олень! Охотник стал добычей. Но Купидона схватил инсульт, потому что ему 68 лет. О, что произошло? Пощадит ли его товарищ олень? Но он не стал его пощадить. Он убил его рогами. Конец эпизода.